Искренность, удивительный и очень приятный тембр голоса и полная самоотдача. Вот основные составляющие таланта и успеха певца и композитора Сергея Любавина. С творчеством этого артиста ковровские зрители знакомы давно. Увидеть и услышать его, что называется, вживую, поклонники могли уже во второй раз. Программа под названием «Звезда ненаглядная» включала в себя как известные и уже полюбившиеся произведения, так и несколько премьерных композиций. Звезда сорвалась, загадай скорей, одно желание судьбы своей. Всегда быть вместе, хоть сто тысяч лет, твоей улыбки видит свет. Сегодня в жанре русского шансона поют многие артисты. Но только Сергей Любавин смог так стремительно покорить миллионы сердец. Потому что каждая его песня, будь то авторское произведение или написанное на стихи Сергея Есенина, пронизана душевной теплотой и любовью к женщине. Признание зрителей помогло Сергею Любавину и песне «Нежность» вновь стать лауреатом премии «Шансон года», которая состоялась 20 апреля в Кремле. Ковров внес свой вклад в голосование, и эта песня победила, стала лауреатом, и таким образом вот все получилось. Я был в Кремле и завоевал с этой песней статуэтку. Поэтому Ковров, огромное спасибо. Тонкий лирик, не уставший воспевать в своих песнях женщину и потому, видимо, окрещенный главным романтиком отечественного шансона, на своих концертах привык импровизировать. Как признался артист, никогда его выступления не проходят по строго запланированному сценарию. Если поклонники просят исполнить песню, а она не была заявлена, то Сергей с удовольствием выполняет просьбу зрителей. Может быть, именно такая преданность своему слушателю позволила артисту добиться признания и успеха. Верить в себя и двигаться тем путем, который ты выбрал когда-то. То есть это у меня там, ну, может быть, 20 лет назад, чуть больше, я уже понял, что я буду петь на сцене, и мне это нравится, мне это доставляет удовольствие. И я двигался, не прыгал в сторону, то есть не занимался бизнесом, ничем. У меня был вот один путь, это музыка, сцена, песни, написание песен, творчество. Сергей Любавин всегда работает с полной самоотдачей своему творчеству. Уже на осень запланирована презентация его нового проекта с рабочим названием «Признание». Большая лирическая программа в сопровождении симфонического оркестра обещает много интересных песен и баллад. Ковровские же поклонники могут надеяться, что в скором времени и они смогут насладиться новыми музыкальными произведениями певца и композитора, лауреата премии «Шансон года» Сергея Любавина.